Строительство Богоявленского храма в Кургане почти завершено. Сейчас в нем ведутся наружно-отделочные работы, после которых здание будет окончательно готово. Ключевой темой в настоящее время является благоустройство прилегающей территории. Сама территория, прилегающая к этому храму, которая включает в себя, я бы сказал, мемориальную зону с памятником Леониду Борисовичу Красину и прилегающая территория храма, которая сегодня еще никак не получила своего развития, она достойна, наверное, первого внимания. Продумать проект по благоустройству решили, учитывая мнение всех сторон, привлекая к этому общественность. В первую очередь необходимо облагородить саму площадку, установить скамейки, оборудовать удобные подъезды и парковочные места. Именно поэтому все эти вопросы были вынесены на рассмотрение совета. Оптимальный вариант будущего благоустройства будут выбирать с помощью конкурса на улучшенный эскиз прогулочной зоны в рамках муниципальной программы «Любимый город». Если конкурс завершится до конца текущего года, то уже в начале следующего будет подготовлена проектно-сметная документация. А с наступлением тепла уже начнутся строительные работы. Неоднократно возникает вопрос, и мы его обсуждаем, о том, надо ли переносить памятник, надо ли что-то менять. Вы знаете, наверное, будет правильно сказать, что не мы принимали решение об его установке, и, наверное, не нам принимать решение о том, чтобы убрать этот памятник. Это будет правильно. Второй темой заседания стали планы по реализации благоустройства набережной Тобола от гидроузла до Кировского моста. В этом месте также будет создана пешеходная площадка, на которой планируется размещение мест для отдыха и удобной прогулочной зоны. Что касается сметных расчетов, здесь работы ориентировочно в объеме 15 миллионов рублей. Это укладка тротуарной плитки, здесь на тротуаре, где мы стоим. Значит, это замена нового асфальта и замена бордюрного камня, в том числе и вокруг деревьев. Ну и, соответственно, новая укладка тротуарной плитки, либо асфальта внизу и тротуарная плитка под те места, где будут стоять лавочки и урны. Решается вопрос и об организации в этом месте небольшого семейного кафе, а также мест для буккроссинга. Приступить к реализации проектов по благоустройству территории, прилегающей к Богоявленскому храму и набережной, планируется в 2016 году. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».